В одесской семье уникальное событие для всей страны. На свет появилось 5 близнецов, 3 мальчика и 2 девочки. Очень шокирована, потому что считала, ну, то есть близнецы или что-то такое, это вообще не про меня, потому что в семье ни у кого нету, и не было никогда таких случаев, поэтому как бы вообще даже не ожидала и не предполагала. Оксана узнала, что у нее родится пятерня еще при первом ультразвуковом исследовании, после 8 недели беременности. Дети появились на свет на 30-й неделе путем кесарева сечения. Сейчас они в реанимации, но угрозы для жизни нет. Через несколько недель их переведут в детскую больницу. Домой они отправятся после того, как их вес достигнет необходимых показателей. У детишек уже есть имена. Денис, Дарья, Владислав, Александр и Давид. Я еще даже не представляю, как это будет растить сразу столько детей одновременно. При этом в семье Оксаны уже есть 3-летняя дочь. К слову, местные власти выделили семье 3-комнатную квартиру площадью 100 квадратных метров.